Приготовим очень вкусную галету со сливами. Готовится очень просто и быстро. 6 столовых ложек сахара, 100 мл холодной воды. Добавляем 185 грамм растопленного сливочного масла и 300 грамм муки. Замешиваем мягкое и эластичное тесто. Берем сливы и нарезаем. Тесто раскатать сразу раскатывайте на пергаменте. Обрезаем края, чтобы круг был ровный. Присыпаем кукурузным крахмалом и выкладываем сливу. Сворачиваем бортики галеты, как на видео. И ставим в духовку, температура 180 градусов на 35 минут. Даем немного остыть и присыпаем сахарной пудрой. Вкуснейшая галета готова. Обязательно попробуйте. Это точно очень вкусно.